Привет, ребята, с вами Карина. И Марина. Как-то от фокуса отошли. Подожди, три на и выходим. Привет, ребята, с вами Карина. И Марина. И вы находитесь на Манукян Твинс ТВ. Это было очень быстро и неожиданно. Мои ноги болят. К сожалению, вы не можете видеть здесь Мото, потому что прямо сейчас, буквально 3 минуты назад, он отошел давать интервью. Поэтому, пожалуй, начнем без него. Ну а дальше посмотрим. Ежедневно нашу личку переполняют сообщения с просьбами спеть песни на иностранных языках. И самым запрашиваемым в последнее время артистом является Мот! В прошлый раз, как многие из вас помнят, мы с Мариной пели песни артистов лейбла Black Star на иностранных языках. В том числе там был и Мот. И на этот раз мы отобрали 5 наиболее известных и любимых лично нам песен этого артиста. Поэтому, ребят, для тех, кто не знает, приступим к правилам. По условию мы отбираем 10 иностранных языков на 5 песен и вытягиваем их с помощью жеребьевки. Таким образом мы определяем, кто на каком языке будет исполнять определенную песню. И как вы, конечно же, знаете, мы с сестрой никогда просто так ничего не делаем. Поэтому за худшее исполнение песни мы будем кидать друг другу вызовы, которые будут записаны в нашем инстастори. Ну а если вы человек из будущего и не успели посмотреть нашу инстасторию, то, ребят, не огорчайтесь, все эти вызовы будут у нас в видеозаписях ВКонтакте. Так что вы всегда сможете взглянуть еще раз на это унижение. И да, мы будем стараться петь тихо, потому что сейчас ночью все спят и... Сложно. Ну, понимаете. Пожалуй, начнем. Пока мы не забыли сказать, все песни на иностранные языки будет переводить Google переводчик. Поэтому все претензии по поводу перевода к нему. И первая песня называется «Абсолютно все». Мы будем исполнять вот эти строчки. Я в тебе нашел абсолютно все, все, что надо мне, и чуть-чуть еще. Вот моя спина, вот мое плечо, это все твое, абсолютно все. Что было в конце? Ну а теперь настало время выбирать язык, на котором мы будем исполнять эту песню. Жеребьевка началась. Они нифига не мешаются. Раз, два, три. Ой, это судьба. Ребята, арабский. Мой язык это английский? What? Ты не понимаешь, какое же видео у нас первый язык выпадает английский? Встретимся через 20 адских, чертовски адских минут, а для вас через пару секунд, поэтому ждите. I found that you totally everything, everything I need. О, господи, это было непросто, это особенно было... тебе. Да, ну я читала, так что, по крайней мере, мне нормально. Честно говоря, я считаю, что я спела хуже, я это все слышала, поэтому, ребят, давай, стреляй вызовом. О, вызов дается мне. О, мое самое любимое. В конце, когда мы снимем видео, ты приберешь всю комнату. Ты в прошлый раз мне давал такой вызов, так что теперь отчитывайся сама. Что я могу сказать? Здесь полный бардак. И... Ребят, вы не видите, какой здесь бардак на здесь самом деле. Здесь молоток. Давайте забудем об этом. Вторая песня называется «Капкан». И петь мы будем эти строчки. Как нам друг без друга прожить и дня? Капкан, ты самый опасный для меня. Как нам друг без друга прожить и дня? Капкан, ты самый опасный для меня. Для меня, для меня. И наш любимый момент. Момент жеребьевки. Как всегда мешаю я. Вы же эпично. Это слышите? Я колдую тут, типа. Дориме. Interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno. Итальянский! Французский! Уу! Так что погнали! Маракара в деле. Go! Come possiamo vivere senza l'altro giorno? Trappola tu sei il più
что-то с чем-то. Я знаю, что вы думаете. Я спела хуже. Я не знаю, что сегодня со мной, почему я сейчас плохо. Ребят, потому что поздно. Кстати, мы уже успели наговориться. Но это не оправдание. Это лишь факт. Поэтому, ребят, давайте, Карин, говори мне вызов. Эх, опять этот вызов. Успей сделать 20 приседаний в инстастори. Мы знаем, что там время очень ограничено, поэтому я не уверена, что ты успеешь. Я, наверное, буду прыгать. Да. Не забывайте чекать наш инстаграм и смотреть инстастори. Эта инстастория будет уже под хэштегом 2, а прошлая была под хэштегом 1. Смотрим. У нас осталось 3 песни, пока Мод не закончил свое интервью, а то он придет и скажет: девчонки, вы что вообще тут делаете? А мы такие, типа, прости. Пожалуй, продолжим. И следующая песня, которую мы будем исполнять на иностранные языки, называется «Сопрано». Так что погнали! Мы будем петь эти строчки. Вы уже запомнили эту фразу, наверное, наизусть? Не могу дышать, но сердце знает, как хочу кричать, что это значит. Только мы одни на целом свете верили в любовь, любовь навеки. Выбор языка. Крутим, вертим и смотрим, кто какой язык возьмет. Стоп! Как всегда, я беру верх, страшно. Греческий? Армянский. Ну что, погнали? Ждите! Чем хорошим час, потерты скиды, узумен пахта, и чада на шанаку, и масте мами си, о лото госма, без тревости на габи, а габи опада. Да здравствуй, Марина, неудачница. Я сейчас на этот раз тоже плохо спела. Сегодня твой день. Я не знаю, что с моим голосом сегодня, потому что это полная жесть. Но правило есть правило. Унижение есть унижение. Господи, опять я придумываю вызов. Спасибо. Но зато ты не унижаешься. Мариночка у нас поприседала, на этот раз она отожмется. Да, отжимания нам даются намного сложнее, на самом деле. Мы вообще не спортивные люди, но мы любим спорт. Да, логика такая. Гений. Так что ты сделаешь 15 отжиманий. А, 15 отжиманий? Да, 15 отжиманий. Я надеюсь, ты успеешь. Я надеюсь, я вообще осилю. Ну ладно, 15 так 15. Блин, 15. Этот вызов вы также увидите в инстастории. Это не вызов, а мое унижение. Четвертая песня называется «Будь моей женой». «Будь моей женой, красавица». Я Султан Сулейман. Вот эти строчки мы будем петь. Будь моей женой, хотя бы на одну лишь ночь. Будь моей женой, я знаю, что ведь ты не прочь. Будь моей женой, или еще на одну ночь. Будь моей женой, будь моей женой. И, наконец-то, выбор языка. Давай, мешай на этот раз ты. О, традиция рушится. Хоп-хоп, але хоп-хоп. Стоп! Камон. О, так, эти два упали. Берем. Вот мы их взяли. А у меня два. Африканский, ребята. Ого. Испанский. О. Ну что ж, погнали. 20 минут, и мы с вами. Сами способ. Solo al menos una noche ser mi esposa sé que en realidad no me importa vi ese veru of mi eropiena vi es me veru vi es me veru. Ребята, кое-как да мы это сделали. Поражение, пожалуй, признаю я, потому что я переставила там пару слов местами, чтобы вышла какая-то да песня. Так что, Мара, говори мне вызов. Я сразу заранее, пока выполняла эти 3 вызова, придумала один вызов. Спешл для тебя. Ты должна будешь одеть 5 вещей на себя за промежуток времени, который снимает инстастори. О боже мой. То есть это примерно за 20 секунд ты должна надеть полноценно 5 вещей на себя. Я постараюсь это сделать. Хотите, ребята, посмотреть на это унижение и на наш гардероб? О нет. Тогда кликайте в инстаграм и переходите к инстастории. Или же смотрите вызов ВКонтакте в видеозаписях. Не забывайте, хэштег номер 4. И, наконец, 5-я наша любимая песня. День и ночь. Мы будем исполнять вот эти строчки. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в нирване. День и ночь, это между нами. В нирване, в нирване. Выбор языка. На этот раз у нас осталось 2 языка. Честно говоря, мы не помним, какие это языки. Поэтому стой. Тут должна быть эпичная музыка. Тут должна.
корейский, немецкий. Супер, 20 минут мучений, мы пошли. Мы это сделали. Но у нас за плечами остался один вызов. Я считаю, что я его должна выполнить, потому что мне просто было нечего сказать. У меня была одна фраза и повторение «Нирвана, нирвана». Так что погнали, говори мне вызов. Я тебе скажу вызов. Короче, ты же у нас в прошлом вызове надела на себя 5 разных одежд, и поэтому в этом вызове ты должна будешь в этих же одеждах сплясать под песню Мота «День и ночь». Что? Да. Ребята, это просто прикол какой-то. Это будет реально очень странно. Чтобы его не пропустить, блин, это же унижение. Успейте посмотреть этот ужас в инстастори. Напоминаем, хэштег 5, не забываем. А для тех, кто случайно опоздает, ребят, то смотрите эти все вызовы у нас в видеозаписях ВКонтакте. Ничего сложного, просто адские муки. Если вам понравилось это видео, ребята, ставьте пальцы вверх за наше усердие, старание и за Google переводчик. И как только это видео наберет 10 тысяч лайков, вы получите видео-привет от самого Мота. Мы вам это организуем. Вы досмотрели это видео, а значит, оно вам понравилось или чем-то зацепило вас. А это значит, что вы прямо сейчас должны подписаться на наш канал во благо себе, чтобы не пропустить новые забавные видео, которые поднимут вам настроение. Так что давайте кликайте на кнопку подписаться. Ну и, конечно же, не забывайте следить за нами в наших социальных сетях, потому что мы ежедневно, ежечасно, ежесекундно их обновляем и постим всякие интересные вещи. Это социальные сети, как ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер и, конечно же, Аск. Мы обожаем отвечать на ваши вопросы, а также постить новые фотки и переписываться с вами в этих двух социальных сетях. Все просто! И самое главное, чего мы ждем больше всего, когда выходят видео, так это ваших комментариев. На самом деле, нас больше интересует ваше мнение, что вы подумали об этом видео, что бы вы, допустим, хотели, чтобы мы изменили, поэтому, ребят, мы слушаем каждого, мы прислушиваемся ко мнению большинства, 100%. Да. И на этот раз пишите в комментарии, песню какого артиста нам спеть на иностранные языки в следующий раз в этой рубрике. Мы всегда рады вашим предложение. Вы видите, что мы исполняем ваши желания, мы спели Мота, в следующий раз все будет намного интереснее, намного зажигательнее. Поэтому, ребят, не забывайте смотреть инстасторию и видеозаписи ВКонтакте. Знайте всегда, что мы вас любим! Что мы делаем? Я не знаю!